Национальное агентство по регулированию в энергетике проведет 9 ноября заседание, на котором рассмотрит запрос акционерного общества «Молдовагаз» о повышении тарифов. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан отметил, что запрос, направленный в НРС с ходатайством о повышении тарифа на природный газ в 2,5 раза, обусловлен закупочной стоимостью природного газа. Предлагается повысить тариф для конечных потребителей с 4 леев 29 банов до 10 леев 26 банов. Эта цифра не включает НДС, который повысит тариф до 11 леев. Рассчитанный тариф основан на 90% от закупочной цены газа. Чтобы в будущем Молдова не столкнулась с подобными энергетическими кризисами, перед профильными ведомствами стоит задача начать процесс укрепления энергобезопасности страны. К 10 ноября НРЭ должно установить новые предварительные тарифы, которые будут применяться с 1 ноября. Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала НРЭ в срочном порядке принять предварительные тарифы. Затем до 30 ноября они будут откорректированы согласно расчетам, которые мы выполним. До 1 декабря НРЭ примет тарифы, которые будут окончательными, отметил глава Национального агентства по регулированию в энергетике Евгений Карпов. Эксперты в области энергетики считают, что тариф, который в конечном итоге утвердит НРЭ, будет ниже. Но граждане, по их словам, заплатят двойную цену по сравнению с предыдущей. Вслед за тарифами на газ вырастут тарифы и на тепло. Такую информацию подтвердил директор предприятия «Термоэлектрика» Вячеслав Яни. По его словам, стоимость 1 гигакалории тепла будет пересмотрена после того, как станут известны окончательные тарифы на газ для различных категорий потребителей, включая производителей тепла и электроэнергии. Вячеслав Яни не смог сказать, насколько может вырасти тариф на тепло из-за подорожания газа. По его словам, это станет известно после того, как НРЭ утвердит новый газовый тариф. Если цена на газ увеличится, естественно, увеличится и стоимость гигакалории. Когда мы получим решение НРЭ по газу, тогда и мы обратимся со своими расчетами. Согласно методологии, НРЭ обязана пересмотреть тарифы на тепло в случае изменения цены на газ, подчеркнул директор предприятия «Термоэлектрика».